Перехід на дистанційну роботу багатьох компаній, який спровокувала пандемія COVID-19, відкрила нові можливості для кібератак. Їхня кількість зросла з менше 5 тисяч за тиждень у лютому 2020 року до понад 200 тисяч за тиждень у кінці квітня 2021 року. Едуард Водоп'янов, керівник та засновник з Кіберскул, з кібербезпеки, має доєднатися з нами на прямому зв'язку. Поки що чекаємо на його відповідь. Я хочу вам зачитати таку новину, що Верховна Рада сьогодні, 15 липня, звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Аваков написав заяву за власним бажанням 13 липня. Пост глави МВС вони займав більше 7 років. Про це заявляє ЗМІ. Фракція «Слуга народу» дала 229 голосів за, 15 депутатів були відсутні. У Європейській солідарності за виступили 16 нардепів, один не голосував, 10 були відсутні. У групі «За майбутнє» відставку глави МВС підтримала 7 депутатів, один утримався, двоє не голосували, 12 були відсутні. У групі «Довіра» 18 з 20 депутатів проголосували «за». Партія «Голос» дав 15 голосів за звільнення Авакова, один депутат не голосував і 4 були відсутні. Серед позафракційних постанов підтримало 6 депутатів, 4 виступили проти, 1 утримався, 1 не голосував і 8 були відсутні. Фракція «Опозиційна платформа за життя» не брала зовсім участі в голосуванні, депутати або були відсутні, або не голосували. У «Батьківщині» 3 нардепи виступили проти, 14 утрималися, 1 не голосували і 7 були відсутні. Ось така, таку інформацію маємо про пана Авакова, якого відправили у відставку. І я вам щойно розказала про те, як голосували нардепи. З нами на зв'язку Едуард Водоп'янов, керівник та засновник Кіберскул з кібербезпеки. Едуарде, ми вас вітаємо. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, як зараз все ж таки кібератаки, вони засвоїли, так сказати, інтернет і процвітає в мережах інтернету, в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуках і в більш таких складних програмах? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, в любому випадку, количество кибератак растет там с каждым годом процентов на 30, если я не ошибаюсь. Вот, ну там 20-30% в этом диапазоне. Связано, естественно, с тем, что, во-первых, там интернет-пользователи больше, во-вторых, там кэш переходит больше в онлайн, и поэтому как бы интерес злоумышленников он больше. Поэтому да, количество кибератак растет, несмотря на то, что там все абсолютно компании, которые там финансовые организации, они используют там самые мощные протоколы, они постоянно обновляются, то есть огромное количество денег уходит на то, чтобы защищаться от кибератак, но тем не менее их становится больше. И ежегодно с карт, кредитных карт пользователей воруется там около 16 миллиардов долларов. Поэтому что касается взлома личных аккаунтов, то как бы это не так много, но тем не менее там практически каждый второй e-mail, который у нас есть у обычных пользователей, то он есть, доступ к нему есть в интернете. Вопрос того, что не всем могут быть интересны ваши данные, вот, но сам факт, что я даже проверял свои e-mail, у меня там их несколько штук, и вот там два из них были в доступе, то есть каким-то образом они попали в сеть. Поэтому если вы хотите себя обезопасить, то можете, в принципе, проверить. Есть сервисы специальные, которые там проверяют ваши e-mail в базе и показывают, есть ли пароли к вашим личным аккаунтам в общем доступе. Вот я был удивлен, когда нашел такой сервис, но их, в принципе, несколько штук есть. А кого атакует больше всего? Кого атакуют? Звезд, конечно же, и финансовые организации. Сейчас есть огромное количество карт, кредитных карт в доступе, то есть есть номер карты, дата, CVV-код, то есть практически все данные, которые позволяют злоумышленникам там воровать деньги с карты. Единственный момент то, что не все карты, для некоторых карт есть 3D Secure, который не позволяет просто вот с данными карт воровать деньги. Плюс не так часто вот украинские карты присутствуют, там в основном это, конечно, зарубежные карты, потому что, ну, естественно, потому что там больше всего денег.
Вот. Ну, звезды и кредитные карты вот сейчас чаще всего взламываются. Ви якось в одному з своїх інтерв'ю сказали, я дослівно не пам'ятаю, але суть така, що якщо вас не атакували зараз, вас все ж таки атакують в майбутньому. Скажіть, будь ласка, тобто все ж таки ці кіберпреступники, вони все ж таки розвинуті, так? Вони все ж таки розвивають свою ось таку сферу діяльності? Количество кибератак, как я уже сказал, увеличивается до 30% каждый год. И это не мои слова, на самом деле, это слова одного из главы ЦРУ. Он говорил, что есть два вида компаний в мире всего. Это те, которые уже были взломаны, и те, которые будут взломаны в будущем. Вот, поэтому, да, количество кибератак растет. Також ви сказали, що кіберфахівці, вони зараз заробляють достатньо багато. Це дуже така популярна та високооплачувана сфера. Що ви можете про це сказати? Як ви це прокоментуєте? Чому? Ну, наверное, чаще всего они зарабатывают много, потому что к ним уже часто обращаются уже в тот момент, когда уже все горит. Нас уже взломали, и им нужно решать какой-то срочный какой-то вопрос. Да. То есть, соответственно, уже когда все плохо, к ним обращаются. Естественно, что обращаться заранее – это всегда лишняя трата денег, это всегда аудит, это забирает кучу времени. Вот. Если говорить про компании, то нужно образовывать всю компанию, всех сотрудников, что можно делать, что нельзя. Там, элементарно даже проводили ребята, они занимаются аудитом безопасности в компаниях, и они говорили, что даже самых навороченных известных компаниях топ-менеджеры даже, они делали такую фальшивую кибератаку для того, чтобы проверить безопасность компании. И они делали рассылку на все имейлы сотрудников. И даже ссылка, при переходе на которую попадал какой-то вирус на компьютер. Вот. И даже топ-менеджмент, он переходил по этой ссылке, несмотря на то, что их предупреждали, что их делать не нужно. Вот. Поэтому это всегда занимает кучу времени, и мало кто это делает, в принципе. И в любом случае всегда присутствует человеческий фактор. Поэтому лазейки всегда есть. Ну и, собственно, да. И сводится все к тому, что лазейки всегда есть, интерес растет больше, потому что в интернете денег больше, и количество кибератак увеличивается, и, соответственно, стоимость киберспециалистов, она тоже вырастает. Едуард, останнє питання. Скажіть, будь ласка, як же все ж таки захистити себе від кібератак? Дайте пораду, будь ласка. В первую очередь не хранить пароли в файле. Есть специальные программы, я использую OnePassword, храню пароли там, какие-то самые важные пароли, их лучше, конечно, хранить на листике, если вы не хотите, чтобы они куда-то пропали. Что касается кредитных карт, наверное, то, что максимально интересно для злоумышленников, это лично я использую две кредитные карты, основные свои. Одна – это для хранения денег, собственно, ту, которую я никому не даю никакие данные. И вторая – виртуальная, на которую я перевожу деньги для того, чтобы уже оплачивать в интернете, вводить на различных сайтах, скидывать друзьям, знакомым, для того, чтобы они переводили туда деньги. Я думаю, что это два основных момента. Ну и третье – это не переходить по непонятным ссылкам, которые вам приходят на почту. То есть лучше три раза проверить. Часто делают такой фишинг, когда, к примеру, вам приходит письмо от Гугла, но в самом домене Google написано, но вместо L используется буква I. И они очень похожи. И вы доверяя этому веб-сайту, вы можете перейти и подпринять либо какой-то вирус, либо что-то еще может произойти. То есть не переходить по ссылкам, использовать разные кредитные карты для оплаты и для хранения денег, и хранить пароли в надежном месте. Не в ссылке, не в Google Drive. Желательно либо в спеціальних програмах, либо записувати на листики, якщо це якісь дуже важливі пароли. Дуже вам дякую, Едуарде, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Дякую вам за фаховий коментар. Нагадую всім телеглядачам, що з нами на зв'язку був Едуард Водоп'янов, фаундер and CEO в Кіберскул з кібербезпеки. Говорили про кібератаки та про кібербезпеку.